Георгий Черданцев приветствует вас из Мадрида. Мы на легендарном стадионе Сантьяго Бернабео. Сегодня Реал Мадрид встречается с Эспаньолом. К этой игре Реал подходит с наименьшим показателем пропущенных мячей. Это лучшая оборона в лиге. Ну, хороший тренер знает, что любая победа добывается в том числе и за счет грамотной обороны. Здорово, он, конечно, поработал с командой. И смотрим на состав мадридского Реала. При необходимости из этой схемы можно перейти в более оборонительную 4-5-1. Или наоборот в атакующую 4-2-4. Нам показывают состав команды гостей. Вы видите расстановку игроков на поле. С этой схемой команда может получить преимущество в центре поля. Реал Мадрид разыграл мяч в центре поля. Игра началась. Себальос. Начо. Неймар. Месси. Мбаппе. Нельзя давать пространство такое Реалу на фланге. Неймар. В его сторону идет пас. Навесить мяч получилось. Вот Копачич! Мадридский Реал получает право на угловой удар. В самое скопление игроков угловой подан. И забирает эту подать. Себальос. Если действие хорошо отработано на тренировках, то угловой превращается в страшное оружие. Но, как мы видим, Георгий, розыгрыш стандартов – это не самая сильная сторона этой команды. Сержи Дардер. Долго держит мяч команда, но пора как-то обострять. Мяч ушел в ап. Лумор Агбиньену. Теперь в атаке уже соперник будет. Лионель Месси. Мбаппе. Эту передачу надо было перехватывать, иначе могли возникнуть проблемы. Лумор Агбиньену. Марк Рока. А вот хороший шанс быстро развернуть атаку. Ну, слишком медленно атакующая сторона перемещала мяч, и в итоге контратака не получилась. Нголо Канте. Месси. Матео Ковачич. Альваро Одриасола. Мбаппе. Лионель Месси. Реалу дают пространство на фланге. Это чревато. Матео Ковачич. Очень неточный. Отличная передача в штрафную. Но вот игрок на острие атаки был к ней, кажется, не готов. Этому удару немного не хватило точности. Мяч буквально в сантиметрах пролетел мимо ворот. Сержи Дардер. Хорошая игра на перехвате. И вот мяч уже в распоряжении другой команды. И есть поддержка у этой атаки. Хорошее оборонительное действие. И кто первым успеет к этому мячу? Месси. Себальос.
Марсело Вьейра. Нголо Канте. В центральной зоне передачи должны быть точнее. Защитник перехватил. Сержи Дардер. Решил пробить. Нголо Канте. Мбаппе. Альваро Одриосола. Игроки мадридского Реала введут мяч в игру. Матео Ковачич. Лионель Месси. Неймар. Месси. Мбаппе. Будет навес. Себальос. Мбаппе. Можно подать. Мбаппе. Передача на Месси. И мяч в воздухе после такого выноса. Себальос. Лионель Месси. Неймар. Удар! Какой сейв! Вратарь творит чудеса! Судья показывает на угол в поле. Можно забивать! Но нет! Нет гола тут! И как же должно быть сейчас обидно! Отличный момент он упускает, чтобы вывести команду вперед. Мелендо. Сержи Дардер. Вперед идет атака. Интересно может быть. И пробил он поворотом. Спокойно и уверенно сыграл голкипер. Мбаппе. Месси. Нголо Канте. Похоже, эта атака закончена. Мяч они потеряли. Классно в перехвате сыграно. И разрезающий пас на ход. И подает в штрафную. Марсело играет просто и надежно. Выносит мяч. Нголо Канте. Мбаппе. Лионель Месси. Нельзя давать пространство такое Реалу на фланге. Хорошее владение мячом перед штрафной площадью. Но пора бы и обострить. Себальос. От души по мячу он приложился. Аут будет бросать мадридский Реал. Марсело. Себальос. Нголо Канте. Мяч перешел к другой команде. Ставит корпус. Не расстается с мячом. Мбаппе. Нголо Канте. Неймар. Прочитал соперник эту передачу Неймара. Пас на ход может быть интересно. И очень близко, почти попадает. Мог бы сейчас вывести вперед свою команду. Рафаэль Варан. Матео Ковачич. Очередной точный пас в его исполнении. Здорово играет, очень точно делает передачи в сегодняшнем матче. Месси. Успешно навязал борьбу. Теперь придется побороться еще раз. Может получиться интересная атака. Неймар. Матео Ковачич. Себальос. Вряд ли можно в данной ситуации винить игрока, отдавшего передачу. Перехват был хорош. Скидывает мяч на партнера. Удар! Легко справляется вратарь с этим моментом. Итак, первая половина встречи завершена. Пока ничья. 0-0. Второй тайм начался. Марк Рока. Сержи Дардер.
Запрессинговал его совсем защитник, и мяч он выпустил за боковую. Маруан Феллейни. Начо. Неймар. Себальос. Марсело Виейра. Неймар. Нголо Канте. Мбаппе. Месси. Лумор Агбиньену. Будут вбрасывать мяч за боковой они. Налдо. Марк Рока. Вне игры фиксирует боковой. Марсело. Неймар. Себальос. Замену проводит тренер гостей. Посмотрим, кто покинет поле. Лионель Месси. Маруан Феллейни. Неймар. Мяч за боковой линией. Свежие силы выпускает на поле тренер. Мелендо. Идет атака флангом. Тут есть свободная зона. Нужен навес. Они закрепились на чужой половине. Теперь надо грамотно ввести мяч в игру. Марк Рока. Друзья, мы что, будем смотреть передачу назад? Штрафную подачу. И есть там кому сыграть. Маруан Феллейни. Себальос. Неймар. Месси. Долго держит мяч. Он с мячом и продолжает накручивать одного за другим соперников. Есть гол. Счет открыт. Ну что, лиха беда начала? Да, хочется надеяться, что этот мяч окажется не последним в этой игре. Вот что бывает, когда игрок не боится брать на себя игру и смело идет в обводку. Такие моменты начисто деморализуют противника. Да, смелость города берет, хотя в данном случае, похоже, город сдался без боя. Реал впереди, как многие и предсказывали. Марк Рока. Себальос. В офсайде оказалась команда. Надо забивать, поэтому тренер решился на замену. Посмотрим, поможет ли. Мяч перехвачен. Шанс организовать собственную атаку. Мбаппе. Вперед идет атака. Интересно может быть. А, Неймар, бить надо! Рядом со штангой. Неймар. Нголо Канте. Маруан Феллейни. Мбаппе. Ну, это уже совсем плохая передача. Нужно собраться. Неймар. Себальос. Месси. Мбаппе. Партнеры поддерживают эту атаку. Месси. Маруан Феллейни. И Месси! Мяч уходит на угловую. Команда проигрывает. Тренер то ли кем-то недоволен, то ли хочет. Рафаэль Варан! Вот это спасение! Самое скопление игроков, угловой подан. Защита первая на мяче. Вынос. Навешивает в штрафную Месси. Мяч у вратаря. Можно начинать свою атаку. Мяч будет введен в игру из-за боковой.
Снимает его с игры тренер, но, по-моему, отыграл он очень неплохо даже сегодня. Марк Рохо. Себальос. Фелайни! Неймар. Мяч перехвачен. Плохо сыграл. Нголо Канте. Разгадали замысел соперника, они и завладели мячом. Увидел открывание впереди, делает передачу. И вратарь забирает этот мяч. Впереди еще 10 минут. С трудом сейчас мы слышим друг друга. Болельщики перекрикивают нас. Похоже, они сейчас сойдут с ума. Да, болельщики понимают, что, возможно, это решающий момент матча. Хотят максимально поддержать свою команду. Рахим Стерлинг. Продолжают владеть мячом. Очень долго. Пора бы уже как-то обострять. Лионель Месси. Себальос! Не утихают сегодня страсти на поле, сдают нервы у игрока и промахивается он из выгоднейшего положения. Да, ведь сразу видно, что удар у этого парня поставлены. Партнеры доверяют, но не достает самой малости. Попасть в створ ворот и промахнуться мимо вратаря. Отличное оборонительное действие. Пабло Пьетти. Пьетти! Мимо, но было довольно опасно. Да, чуть точнее, и счет снова стал бы равным в этой игре. Осталось играть 3 минуты, плюс то, что добавит арбитр. Марк Рока. И разрезающий пас на ход. Себальос, Неймар, Лионель Месси, Маруан Феллини, Рахим Стерлинг. 3 минуты будет добавлено. Вряд ли можно в данной ситуации винить игрока, отдавшего передачу. Перехват был хорош. Месси. Ударище! Вот это удар! Ударище, я бы сказал. Редкая красота. Да, и, наверное, к вратарю здесь минимум претензий. Исполнено было здорово. Откровенно зазевался голкипер, хотя и мы тоже не были готовы к такому повороту событий. Уж если Месси нашел возможность для дальнего удара, готовься вынимать мяч из сетки. Такие голы украшают любой матч. Невероятный удар, красивейший гол. Счет 2-0, укрепила команда свое преимущество. Последний свисток в этой встрече дает судья. Завершает он этот матч, и мы поздравляем с победой мадридский Реал. Раздается свисток, матч окончен. Ну что же, это классика жанра. Игра забывается, результат остается. Да, и этому результату они должны быть рады. И рады очень.